Ребята, всем привет! Настал новый день. И мы начинаем. И мы начинаем с того, что еще опустим пятнашку и поедем кататься, тренироваться. Думаю, на сантимчика полтора еще бахнем. Так, по-сиротски. Так, в РДСе добавили второй класс супертяжи. Вот сейчас они на бернаутах, на прогревах и пойдут. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, десятая. И в постановку. Сейчас будет парный заезд. Ждем. Ну-ка, тоже прогрев. Передняя, задняя шина. Угу. Поехали. Строго боком. Прикладочка. Ва-ва-ва-ва-ва-ва. Так, короче, тренировки идут, парника покатался, в одиночку покатался. Эти безумцы на синих этих КамАЗах. Тоже выскакивают, тренируются, у них свой зачет какой-то. КамАЗ Мастерс, Дрифт Кап, Чемпионшип, там что угодно можно говорить. Решил отдохнуть и пойти посмотреть, как народ катается. Чтобы не перекататься и вообще, чтобы быть огурцом молодцом.